Всем привет! Вкратце объясню вам, как пользоваться этим каналом, потому что у всех бывали вопросы, присылают, не могут справиться. То есть все работает очень просто. Канал создан для поиска работы. И независимо в какой стране, в каком городе вы проживаете, вы можете оставить свое сообщение в этом видео внизу в комментариях. Пишите объявление, какую работу вы ищете. И, возможно, кто-то с вами свяжется. Не забывайте оставлять номера телефонов или почтовый ящик, чтобы работодатель мог связаться с вами. То есть не нужно писать в объявлениях предложение о работе. Пишите только те, кто ищут работу. Если вы не нашли свой город или хотите создать объявление по профессии, напишите мне на почтовый ящик, и я выставлю новое видео с другим названием, по которому люди смогут с вами связаться, работодатели, и, возможно, вы найдете свою работу. И не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, рекомендовать своим друзьям. То есть больше народу, больше информации, все настолько просто, все совершенно бесплатно. Всем удачи, кому-то если что-то не нравится, пишите в комментариях, но не нужно захламлять всяким мусором канал, потому что объявление о работе намного важнее каждому, и некогда заниматься, читать всякую писанину, не соответствующую с этим названием ролика. Всем удачи, пока!